Всем привет на канале «Недвижимость в Чехии». Мы с вами находимся в одном из спальных районов Праги, в этом замечательном парке с красивым озером. Также здесь рядом станция метро Лужины, что очень удобно. И недалеко, 250-300 метров от этого парка, застраивается новый проект, который я хочу сегодня вам показать. Если вам интересно, оставайтесь на канале, и мы начинаем. Находимся мы на Праге 13, район Стадулки называется. Здесь проживает 61 тысяча жителей. 85% этого района это жилая застройка. Проект называется «Резиденция Прокопский поток». Он имеет отличное месторасположение, недалеко метро Лужины, парк с озерами, супермаркет и другие услуги. Об этом подробнее расскажу в конце видео. Вот вы видите, прямо уже готовые каркасы, застекленные наших домов. Проект будет состоять из двух домов, 4 этажа и 3 этажа. Вот прямо мы видим там трехэтажный дом и правее здесь четырехэтажный дом. Все квартиры имеют балконы или террасу. Очень удобно и комфортно будет. Всего в проекте 43 квартиры. Окончание строительства запланировано на конец 2023 года. У проекта будет закрытая территория. Стандарты отделки. Окна деревянные с двухкамерным стеклопакетом. Вот видите, французские большие окна будут. Будет много света в квартирах. Полы в комнатах будут дерево. В ванных комнатах керамическая плитка. Электроподготовка будет для наружных жалюзей. На последних этажах будет подготовка для установки маркизы. Квартиры будут сдаваться с ремонтом. Цены на квартиры начинаются от 160 тысяч крон или 6810 евро за метр квадратный. Приведу пример нескольких квартир с ценами и планировками. Квартира 2 плюс КК. На втором этаже 52 метра квадратных, плюс балкон 9 квадратных метров. Стоимость 7 миллионов 864 тысячи или 335 тысяч евро. Квартира 3 КК на третьем этаже, 86 квадратных метров, плюс 12 метров балкон просторный. Стоимость 13 миллионов 650 тысяч или 581 тысяча евро. Схема оплаты у застройщика. Это первый этап. Подписываете резервацию, оплачиваете 250 тысяч. Дальше застройщик подготавливает договор о будущей покупке. И вы после подписи доплачиваете 50% стоимости с учетом заплаченной резервации. И последний этап, это после ввода в эксплуатацию, вы доплачиваете остальных 50% стоимости. Вот у нас он с другой стороны. Хорошая очень инфраструктура у проекта. Видим напротив здесь вот такая небольшая парковая часть. И туда вниз, если мы спустимся до парка с озерами, 300 метров вниз. 320 метров супермаркет Kaufland, 500 метров ближайший садик, 750 метров школа, 850 метров метро Лужины. До центра Праги доедете очень быстро, всего за 17 минут. В радиусе 800 метров от проекта есть гимназия, теннисная школа, мебельный магазин, бассейн,
ресторана и кафе. Поэтому инфраструктура очень удобная. Также вы видите, вот в окружении там у нас тоже более новые дома, то есть не панельные, не панельная застройка. Ну и давайте подведем итог сегодняшнего обзора. Коротко поговорим о плюсах и минусах данного проекта. Плюсы – это шикарное месторасположение, недалеко станция метро, хорошего уровня качества отделки в проекте, также большие окна французские, что даст больше комфорта и света в комнатах. Ну а минус, самый главный, я вижу, это стоимость за метр квадратный. Она выше, чем подобные проекты, которые есть сегодня в Праге. Сейчас вы видите подсказку в правом углу на проект Котласка, который я делал недавно обзор, с подобным уровнем отделки, но стоимость значительно ниже. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.